главное предложение сегодняшнего дня от компании Парафарм – это одуванчик. Это целый комплекс, где вы получаете сразу две упаковки одуванчика. И сегодня действует скидка 33%. Как вы провели новогодние праздники? Жирная пища, нагрузка на наш желудочно-кишечный тракт и на нашу печень. Жареные, мясные, рыбные продукты, салаты с майонезом. А если вы еще принимаете таблетки ежедневно, 2, 3, 4, а то и больше – это колоссальная нагрузка на вашу печень. Как помочь нашему организму и при этом не навредить, расскажет эксперт от компании Парафарм Елена Кузьмина, которая является доктором-натуропатом. Также является она невропатологом, рефлексотерапевтом, гирудологом, нутрициологом, фитотерапевтом компании Парафарм. Да, Оль, спасибо большое. Вы знаете, помимо того, что мы сейчас, да, нагрузили в эти выходные, за эти праздники нашу печень, печень является очень благодарным органом. Вы же знаете, что даже если печень наша будет, скажем так, уничтожена на 2/3, то на 75%, то она, Оля, за 15, за 8-15 дней может вырасти опять, как говорится, в целостный орган, который будет восстановиться, который будет опять работать на все 100%. Вот. Но беда в том, что одно дело, если это быстро происходит, да, и вот у человека удалили печень, и она восстанавливается. Но когда процессы хронизации, понимаете, когда мы постоянно дышим нашим воздухом, да, городским, с оксидом углерода, с оксидом серы, когда мы едим еду, в которых, скажем так, минеральные удобрения просто зашкаливают, вот, наша печень страдает, она страдает хронически. И вот, вот этот вот хронический воспалительный процесс, вы все слышали, в 80-х годах такой диагноз был введен как неалкогольная жировая болезнь печени. То есть вот этот хронический процесс, хронические переедания наши, они приводят к тому, что печень, клеточка печени, которая как раз-таки за жировой обмен отвечает, и знаете, клеточка гепатоцит, он представляет из себя такую клеточку, в центре которой находится ядро, и вокруг распределены капельки жира. Вот. И если наша клеточка, скажем так, перестает правильно работать, посмотрите, какие признаки поражения печени мы можем у себя наблюдать. Тошнота, горечь во рту, тянущие боли в правом подреберье, повышенный уровень холестерина, потеря аппетита, вялость. Это и неприятные запахи, это и высыпание на коже. Но печень наша, если уж да, совсем, скажем так, вам печень уже зашлакована, то мы видим пожелтевшие кожные покровы, пожелтевшие склеры глаз. Если мы можем подойти к зеркалу, отодвинуть нижнее веко и увидеть, посмотрите, у вас желтый или розовый вот склера нижнего века. Вот. И вы понимаете, печень такой орган благодарный, она вам долго-долго не скажет, что я болею, мне больно, у нее нет нервных окончаний. И если что-то тянет там у вас справа, то это, скорее всего, ваш желчный пузырь ругается уже на вас, там какие-нибудь камешки или уже, скажем так, какая-то густая желчь. Либо все сейчас знают, что у всех дискинезии за счет того, что мы неправильно питаемся, не соблюдаем режим питания. И все надо, скажем так, все эти моменты мы можем решить нашим простым, скажем так, и непростым, потому что японцы называют, например, наш одуванчик русским, да, европейским женьшенем. То есть наш одуванчик непрост. Вот все эти проблемы может решить одуванчик. Вот смотрите. В Китае, да, вот, кстати, вам показывают сейчас признаки желтухи, да, когда кожные покровы желтые, язык обложен, и именно желтый налет на языке. Вот, в Китае печень, одуванчик, считается первым средством для печени, потому что выводит интоксикацию печени, и как раз-таки вот этот вот гепатоцит может регенерировать именно одуванчик. То есть далее, что еще может сделать одуванчик? Одуванчик желчегонит, то есть вот эту вот застойную желчь, которая скапливается в вашем перевернутом, да, желчном пузыре или вялом желчном пузыре, или же бывает наоборот, у людей спазмы, и желчный пузырь спазмирован, и желчь не может выйти. Или же, например, у людей плохо вырабатывается желчь, тоже связано, скажем так, с неактивной функцией печени, когда печень в недостатке. Так вот, одуванчик способен как раз-таки вот эту вот желчь продуцировать мягко,
желчегонить, мягко вот эти вот спазмы все желчных протоков расширить. То есть, понимаете, одуванчик работает на всех уровнях помощи вашей печени. Он также выводит все токсины, которые сейчас вы за эти праздники наели. То есть помогите вашей печени, мы призываем. Да, спасибо огромное, Елена. Вы получаете две упаковки, это сразу 200 таблеток, абсолютно натуральные, не имеющие противопоказаний. И именно сейчас, когда мы перегрузили свою печень, желудочно-кишечный тракт, когда мы с вами много ели, жирной, жареной пищи, много ели салатов с майонезами, ели без удержу. И, конечно, нагрузка очень серьезная. Плюс таблетки, которые вы принимаете, назначенные доктором. Помогите своей печени. Две упаковки. Кстати, всего за 999 рублей. Это сразу 200 таблеток, абсолютно свежая партия, и вы получаете сразу комплекс. Набирайте наш номер телефона, а бренд Парафарм отмечен президентом Российской Федерации. Это медаль, которую вручил президент Владимир Владимирович Путин за достижение в разработке средств для оздоровления нации. И, кстати, при покупке сегодня на 4990 вы получаете ночной, это натуральный продукт, который избавляет от бессонницы, и наше самочувствие. Чувствие улучшает. Стоит этот продукт, стоит 5000 рублей, вы получаете в подарок. Кстати, вы знаете, разговаривая со своей подругой, у нее отец попал в больницу, причем он ведет здоровый образ жизни, он правильно старается, по крайней мере, старается питаться, он занимается ходьбой, и при этом он попал в больницу, и ему обнаружили, что у него идет жировой гепатоз. Причем, вот казалось бы, да, как вообще в таком случае одуванчик помогает? Да, Оль, вы знаете, вот эта вот как раз нежировая болезнь печени, она еще обратима. То есть, да, и поэтому, если вы будете употреблять лучший гепатопротектор, да, для печени одуванчик, каким образом? Две таблеточки три раза в день. Вы скажете мне, здесь печень и так болеет, а вы еще мне одуванчик даете. Нет, одуванчик вообще съедобное растение, и его в Китае кушают ложками. Ага, так что это натуральный продукт, который оздоровит вашу печень. Продается более 5000 за одну презентацию. Присоединяйтесь, заказывайте, оздоравливайтесь и живите долго.